Я отношусь к композиторам, которые сразу все вот так. А, я помню, у меня такая песня есть: «Завируха, метель, завируха». Так вот, я ехал на репетицию в театр мускомедии от филармонии. И у меня в это время метель. Она, вот здесь у меня лежат стихи. И песня, пока я доехал, песня родилась. И у меня таким образом получается, что если у меня не попала песня, вот какие-то есть заусенцы, да, так сказать, все, я ее бросаю, потому что уже не получится, я оттуда не вывернусь, понимаете? То есть у меня сразу слепок раз, и все. Понимаете? Если нет, значит, не получается. А есть другие композиторы, которые работают, обрабатывают, дорабатывают. Ну, там метод, понимаете, у каждого разный.